Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Информация из данного видео без преувеличения поможет людям приумножить свой урожай томатов, перца и огурцов. Всем тем, у кого рассада растет хилой, видео обязательно к просмотру. Рекомендую не пренебрегать данной подкормкой. Лучше всего сами попробуйте, а дальше будете применять ее каждый год. Речь пойдет о внекорневой обработке, о которой почему-то мало говорят, и зря. Многие садоводы пренебрегают внекорневыми обработками, считая их неэффективными. Но это заблуждение, ведь растения способны впитывать питание не только через корни, но и через листья. Я опрыскиваю высаженную рассаду помидоров, перца и огурцов коктейлем из покупных витаминов в ампулах, а именно B6 и B12. Результат шикарный и виден практически на следующий день. В аптеке можно приобрести ампулы недорого. Сейчас я кратко расскажу, что даст нашей рассаде такая подкормка. Витамин B6 является хорошим иммуностимулятором, этот фактор можно успешно использовать для лечения ослабленных растений, адаптации, а также как профилактическое средство и после применения инсектицидов и фунгицидов. Особенно шикарно работает после пересадки и в холод, когда растения бедные страдают. А витамин B12 также важен в процессе обмена веществ растения, ведь он способствует нормальному росту растений. Но главная его ценность в том, что он непосредственно участвует в фотосинтезе хлорофилла. А это вещество, как мы знаем, дает зеленый цвет растениям. Также витамин насыщает клетки растений достаточным количеством кислорода. Для приготовления рабочего раствора разведите по 2 ампулы каждого витамина в 5 литрах воды и опрыскайте тщательно овощи. Лучше всего это сделать утром или в пасмурный день. Такую подкормку допускается делать раз в 10-14 дней на протяжении всего мая и июня. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!